лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Вострубили трубушки в небеси, разнеслось по матушке, по Руси, по лесам, по речникам, по полям, и опять аукнулась небесам. Разошлась, растреснулась мать сыра земля, встали с плена тленного, сосчитать нельзя. И как море пенное, отрицая смерть, вся встает вселенная, Божий суд узреть. Всяка тварь воздвигнута от земли, в порт свой не пришедшие корабли, летчики сгоревшие в небесах, схимники узревшие чудеса, и дитё успевшее чуть вскричать, и зверьё уевшее ворытать, даже змии с эхидною днесь восстан. Но кто ж за пазухой у Христа? Народ наш мученик, а народ, он ведь в Божьей рученьке правды ждет, он ведь страждет и верует в Божий суд, всем воздастся мерою, в этом суть. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Андрей Вадимович Грунтовский. Здравствуйте, друзья мои. Послушал вашу песню, у меня возникло множество ассоциаций. Вот, понятно, вы сами ее написали, да, эту песню? Стихи ваши, да? Стихи, да. Музыка. Собственно, я даже не считаю, что я пишу песни. Я поэт, в основном я пишу стихи, ну, прозу пишу. А стихи иногда просятся под гитару. И вот такое какое-то у меня бывает настроение. Берешь гитару, поешь свои стихи, поешь классиков, любимых поэтов. Вот как-то с друзьями там где-нибудь в дороге или на кухне. И такие вот появляются. Часто это импровизации. Иногда они потом отстоятся, превратятся в песни. Ну, вот так как-то. Ну, а вот эта песня, в частности, это о наболевшем, да, вот о чем сейчас мыслится? Ну, я очень много лет в работе посвятил народной культуре. Вот у меня вот ряд книг моих посвящен. Вот русский театр, там, фольклорный театр и так далее. Вот, ну, тут некоторые я свои принес, прозу и стихи. И довольно меня захватила народная поэзия сильно уже с молодых лет. А в народной культуре, в фольклоре есть такой жанр – духовные стихи. Вот сейчас многие православные молодые люди, немолодые, тоже пишут современные духовные стихи под гитару, под электроинструменты. Иногда они вот в стилистике там, 20 века, там, 19-го, в романсе работают. Но некоторые вот знакомы с народными текстами. В данном случае вот эта вот песня, которая сейчас звучала, она первой строкой стилизует народный духовный стих о страшном суде, где такая же строчка есть, там по-другому поется. «Вострубили трубушки в небеси». Вот. Ну, а дальше это современная уже поэзия в стиле авторской песни, вот, только тематически связанная с первоистоком, с духовным стихом народным, которому уже много-много столетий. Это как бы ниточка продолжается, да, тянется? Ну, пытаюсь в меру сил. Главное, чтобы она не прерывалась. А вы считаете себя носителем, да, культуры? Ну вот, Бог дал, Бог дал, потому что мы это очень часто не сознаем. У меня вот, я, с одной стороны, питерский человек по папиной линии, даже уже в пятом поколении, вот и фамилия тоже такая питерская, из обрусевших поляков происходит. А по маминой, вот из крестьянской среды,
И бабушка моя, она еще певала и была у себя в деревне славутницей такой, вот на все свадьбы ее звали. И маленький, когда я был, тоже мне певала. И я не придавал значения. А уже когда ее не стало, я понял, какая это была песельница. И, видимо, вот это вот заронилось в душу и значение имело, потому что я с детства вот интересовался. А потом стал профессионально уже, будучи взрослым, заниматься фольклористикой. И в моей работе в области литературы, я думаю, это очень было пользительно. Тоже закваска была в детстве, да? Да. По бабушкиной этой линии? Да, да, да. Ну и по папиной, и по разной, по всему, как приводит Господь человек. А сейчас, в данный момент, чем вы занимаетесь? Основная деятельность? Ну, основная работа моя литературная, она, правда, тяжелая такая, и много поедает силы и времени, но не дает возможности кормить семью. Поэтому приходится заниматься. Вот на выставке книжной лежала моя книжка «Плотницкое дело», это избранные рассказы. Там зрители подходят, покупатели спрашивают, это что, инструкция по Плотницкому? Нет, я говорю, это проза. Вот. Приходилось дома строить. При советском славном строе я в поселочке своем всем желающим отстроил, кому домик, кому дом. А теперь вот мани-мани, вышел в жизни поворот, строю людям бани, бани, чтобы вымылся народ. Хорошо. Вот такой экспромт был. Потому что действительно поселок небольшой, где я летом живу. Все уже дома построили, и потом началась эпидемия бань. Вот. Ну, а основная, как бы такая формальная моя работа, это вот здесь, вот в Лавре. Есть у нас театр народной драмы, который я и создал по благословению нашего владыки. Вот сначала владыки наместника Назария, потом вот нас митрополит Владимир благословил, а сейчас он уже у нас новый владыка, тоже он нас благословил, наш театр. И мы играем спектакли здесь и там, где приведет Господь. Ездим иногда в другие города с нашими спектаклями. Театр поедает очень много времени, потому что фактически все делать надо самим, с нуля. Костюмы, декорации, сценарии, работа с актером. Это бесконечный такой вот труд. Почему да. Народный театр? Народный, потому что принципы... Вот, ну, я изложил как раз вот книга «Русский театр», вот одна, а другая «Фольклорный театр». Ну, собственно, по одному и тому же. Я изложил свои мысли тут. Когда-то я давно, в начале 80-х, играл, учился в студии, играл в театре, такой был покойный сейчас режиссер Лев Шварц. Вот можно сказать, что я его ученик. Но... Мне представлялось, что для православной культуры нужно создавать национальную систему театральную. Та система, которая пропагандируется, будучи там по Станиславскому, или сейчас и другие есть системы, авангардистов очень много появилось, они уж как только не играют, в какие тяжкие только не пускаются. И мне кажется, что это не подходит. Вот. И вот поэтому я обратился к народному театру, фольклорному. И я думаю, что у нас национального театра два источника. Это фольклорный театр, которому много тысячелетий, на самом деле, уже. И церковный. Ибо вот вся литургика и в словесном смысле, и в действенном смысле, ибо литургия – это еще и действие. И тут синтез, потому что есть и музыка, и архитектура, и живопись, все участвует в этом. И создавалось это на большом протяжении времени, много веков. И создавалось это святыми нашими отцами церкви, но они еще были поэты. Да, это Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Дамаскин, Ефрем Сирин, Иоанн Златоуст. Вот им народ имена-то давал. Златоуст, Сирин. Они помимо литургических текстов сочинили очень много духовных стихов, часть которых потом перевелись на славянские языки, и вот они в нашем фольклоре присутствуют. Вот Дамаскин огромное количество песен написал, он был, ну, можно сказать так, современным языком, бардом 8 века. Вот. Поэтому вот эта культура, она параллельно существовала, литургическая, это тоже действие, это для, я считаю, для театра такая базовая, фундаментальная наука. Вот. И
те тексты апокрифические, которые создавались, ну, в общем-то, теми же авторами, их окружением, и которые до нас дошли. У нас есть и свои славянские духовные стихи, которые не имели аналога в греческой культуре. Но очень много апокрифов древнегреческих, которые до нас пришли через вот православную культуру. И они вот перемешались, синтезировались в русском фольклоре. Это очень интересное явление. Я вот об этом пишу вот в своей книге. Привожу там некоторые тексты. Там интересно, там много пластов. Древние пласты, китарийские, там дохристианские. А потом они начинают воцерковляться, эти тексты. Тексты тоже воцерковляются, как люди. Идут века, и этот процесс идет. Это целый кладезь. Вот там... Горы этой руды. Иногда, да, люди изобретают велосипед, вот современные барды, смотришь, поют, и приходят к тем же темам, тем же образом, тем же метафорам, хотя, может быть, не изучали вот этих старинных текстов. Вот. Хорошо, когда это происходит, это радует, это традиция. Вы что-нибудь нам прочитаете или споете еще? Ну, давайте я вот такое стихотворение покажу. Оно называется «20 век». Я иногда его исполняю на выступлениях. Мне уже зрители спрашивают, а когда вы уже напишете продолжение, 21 век? Я честно пообещал, что как только он закончится, сразу и напишу. 21-й, а пока вот 20-й. Это о поэтах наших. Они разные у нас. Словно вий не подымет век, а подымет, так вот вам с перцем. Притаился 20-й век во шкафу за стеклянной дверцей, там на полках стоит редком все, что пело, рыдало, выло, обернулось потом грехом, злое зелье вгоняло в жилу. Это кладбище или жизнь, и переплеты с любимых книжек. Отвяжись, мой век, отвяжись, от залетов твоих не выжить. А была ли в нем благодать? Да была, и отнюдь не с краю. Стану строфы перебирать, будто снова брожу по раю. Так каким ты 20-й был? Что задеяли человеки? Притаился, глотаешь пыль, приспустил свои шторы веки. Но Божий нагрянет суд, так восстав от земли и тлена, твои пасынки вознесут свои строфы, склоня коленом. Твои пасынки вознесут свои строфы, склоня коленом. Спасибо, Господи. Какие образы глубокие. Значит, поэзия, театр, проза. Вы себя ощущаете, что Господь вам дал талант, и вы его реализуете, да, с Божьей помощью. Как это происходит? Откуда тут такой кладезь? Вы сами об этом задумывались? Откуда это у вас? Почему эта тяга? Ну, знаете, за неимением гербовой пишут на простой. Вот, например, сейчас все-таки нет таких талантов, на мой взгляд, которые были в 60-е и 70-е. Ну, может, они есть, но нет социальных, духовных условий, чтобы они как-то реализовались в обществе, были востребованы. Это не нам судить, есть они, нет их. Особо, может, их и нету, может, да, быть, просто особо. Просто есть потребность, да? Вот. Особо их, может быть, и нету, но бросать кресты и, так сказать, уклоняться от их несения – это самое последнее дело. Там вот, то есть, когда выходишь на сцену, я и в сам спектаклях играю во многих своих, и вот иногда в кино приходится работать. Правда, крайне редко, потому что вот каких-то в бомондах таких не вращаюсь, и в сериалах не снимаюсь, но кое-где вот, значит, вот снимался. Когда выходишь на сцену, ведь не думаешь, там, сколько там тебе Бог дал и насколько это выглядит со стороны, а думаешь о том, чтобы сделать как-то наилучшим образом, чтобы хоть людей не подвести то дело, которое затеяно. Вот. А как иначе? Понятно.
я тоже вот сегодня мы беседуем, мне пришла на ум песня. Сначала одна, потом другая. Во мне столько эмоций, реакция идет на то, что происходит. И я хочу поделиться песней. Очень хорошо. Вот. Она называется «Начинай, уже не поздно». Самое замечательное, когда идет вот такой настоящий диалог, а одна поэзия вызывает отклик другой, и люди обмениваются поэзией, песнями, прозой, музыкой. Ну что же, вот это и, собственно, есть жизнь. Ну да, живое общение. Ищите Бога Живаго, а он в нашем общении. Если мы в одном духе, то значит все правильно, и это нужно. Спойте, пожалуйста. Да. Если лето за плечами, и печаль твоя молчанием, и любовь твоя молчание. Больше красок, больше света. Это действие второе. Колокола изображал в конце немножко. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господи. Такая зарисовка, вот глядя на вас, у меня вот такой возник образ. Mm-hmm. Вот как мастер переживает, как он в гримерке, что происходит. Вы знаете, никто этого не видит и не слышит. Гримерок нету, как-то я так, мне кажется, что... Но это условное название. Ну, понятно, понятно. Есть такая еще внутренняя гримерка у человека должна быть, чтобы он как-то он так очистился. Вот. Нас очень часто осуждают, и даже вот от священников часто трудно пропагандировать православный театр, у нас их очень мало, потому что вот встречают так агрессивно, лицедейство. Ну, это справедливо. Известное высказывание, вот, допустим, Иоанна Кронштадтского, что он говорил. Но о чем он говорил? В каком театре? В дореволюционном Петербурге, вот во времена Кронштадтского, было зарегистрировано 1200 театров. Это в три раза больше, чем сейчас. Вот. И на каждом углу было какое-нибудь кабаре, кафе «Шантан». И то, что он осуждал, это и мы и сейчас осуждаем. Достаточно вон включить какие-нибудь первые каналы там. Низкопробные всегда. Да. Но, с другой стороны, был ведь и церковный театр. Он тоже много веков существовал. А вот у нас там в Духовском центре висит икона Дмитрия Ростовского. Это вот наш православный драматург, режиссер, который создавал церковные драмы, Семен Полоцкий, многие другие.
Вот. Был народный театр, был театр в семинариях. Это тоже традиция. А я, если позволите, отвечу тоже на вашу песню про молчание. Вот. Стихом таким. Совсем недавно написанным, сделанным. Душно в июле ночами ходит, пока я не слег. Ангел небесной печали легонький, как мотылек, водит моею рукою, душу лимает мою. Нету под небом покоя, стоя стиха на краю. Судьбы мелькают и лица, близится названный срок. Что-то незримо творится в коловращении строк. Мало своей мне печали, до гробовой и до доски. Что же ты ходишь ночами, ангел небесной тоски? Стих, поднимаясь по небу, падает, тлеет в золе. Как мы тоскуем по небу, небо грустит по земле. Спасибо, Господи. Смотрю вот на ваши книги и думаю, читает ли их кто-нибудь, читает. Слушаю про ваш театр и думаю, ходят ли люди, и вот какой отклик, вот, что сейчас происходит с книгами, с театром? Книги читают, и, к сожалению, даже сейчас вот очень трудно напечататься в нашу эпоху. Многие ведь писатели, даже очень хорошие, достойные, настоящие, печатают очень небольшими тиражами за свой счет, вот особенно поэты. Вот я в среде поэтов работаю. Подарили друг другу свой небольшой тираж. И вот такой литературный процесс. Конечно, это очень грустно. А толстые журналы, они существуют. Вот жива Москва, жив наш «Современник», тот же самый Куняев там до сих пор. Жива «Молодая гвардия» с Хатюшиным. Много интересных журналов. Но их тиражи уменьшились в тысячу раз, в тысячу, да. И они, вот, например, московские журналы до Питера не доходят, питерские до Москвы не доходят. А вот в этом смысле литературный процесс у нас очень тяжелый. Когда вот мы организовываем вечера поэзии здесь, допустим, в Лавре, или вот иногда они проводятся в театре «Странник». У нас два театра православных в городе, если зрители не знают. Это вот наш театр в Лавре и театр «Странник», которым Владимир Николаевич Уваров, вот мой хороший друг, руководит. Там тоже бывают вечера. И в других местах они бывают, но всегда это проблема — собрать на вечер поэзии людей. Вот. И, конечно, много остается в столе. Вот я пишу не только стихи и песни, вот пишу повести, романы. У меня сейчас лежит несколько вещей, так и не изданных, и не найти издателя, потому что не всегда эта вещь может быть предложена в церковную лавку. Там очень жесткий такой регламент, там цензура, там, значит, вот. Но это я понимаю, я не осуждаю их. Но, а в коммерческом вот издательском мире наши православные вещи вообще не воспринимаются. Ты там «Белая ворона», ты не вписываешься. Как, кстати, и в театральном бомонде, и в кинобомонде. Там надо определенные условия. Я ведь в свое время с театра ушел. Эти с карьеру бросил когда-то, значит, 30 лет назад. Меня там ругали. Да ты что, от чего отказался? Но ведь это... Понимаете... Меня спрашивают, а что вот вас церковь привела к православному театру? Да нет, наоборот. Вот церковление меня когда-то из театра увело. Я ушел и дверью хлопнул. И думал, что никогда не буду. Потому что это такой был светский театр. Но тот театр наш советский, это еще были цветочки. Он еще был весьма и весьма нравственный. И много талантливых людей работало, много духовных постановок. Хотя они говорили о Боге, но по сути было много. Но потом это поколение все выработалось, девальвировалось. Их мало осталось, наших, вот той закваски людей. Вот. А, кстати, те, кто остались, они вот воцерковились на самом деле. Вот процесс такой совершенно объективный.
Вот наш дядя Ваня Краско, например, который тут часто в Лавре бывает, да? Мне он нравился всегда, и тогда, вот, и 30 лет назад. Не менял себя, как бы. Да, вот, хотя он тогда не был церковный человек, да, и я не был. Кстати, когда вот мой покойный режиссер покрестился, Лев Шварц, он, ну, он, во-первых, он стопроцентный еврей, да, у них своя богема. Вот. И я ее не осуждаю, так сказать, не поймите меня как антисемита, но в то время было не модно. Взял человек, принял православие. От него многие отвернулись, его коллеги по цеху. Это потом уже стало, так сказать, вот нормально и правильно. А он тогда как чудак выглядел. Вот человек взял, значит, пришел в православие. Будучи режиссером, вот, участником этой богемной жизни театральной. Вот. А потом уже пошли 90-е, там уже стало иначе. Сейчас иначе. Сейчас это не вызывает неприятия. Многие актеры сейчас декларируют, мы православные. Но, к сожалению, продолжают сниматься в дурных сериалах. И, кушать хочется. Да, и вот это искушение, да, чтобы тебя сняли, чтобы тебя напечатали большим тиражом, там... Как мне один большой чиновник в Комитете культуры сказал когда-то, когда очередной театр наш закрывали, ну, вы человек талантливый, но вы поймите, надо немножко эротики, немножко экзотики, и ваш театр будет преуспевать. Вот эту формулу я запомнил, но я предпочел на тот период остаться без театра, чем по этому пути идти. И вот наступил момент, когда вот Владыка Назарий здесь в Лавре меня пригласил работать, и мы здесь сделали театр. После некоторого перерыва, когда ряд лет мы нигде не могли найти место, где работать, играть, ставить спектакли. Вот это время я писал, продолжал писать прозу и стихи, но... Приглашайте. Театр приглашайте. Да, потому, конечно, вот я приглашаю. Везде, вот, по всему миру. 22-е, вот ближайший спектакль, это в октябре. 22-е мы будем играть Есенина, это у нас Пугачев. Правда, наш Пугачев не только по Есенину, но и по Пушкину. Это мой сценарий, сделан на основе поэмы Есенинской и вот этого Пугачева, который написал Пушкин, совершенно уникальный текст. Вот. И там еще третья составляющая – это казачьи песни, казачий фольклор, который мы поем. Вот один из принципов такого народного нашего театра – это живой звук во всех спектаклях, никаких фонограмм. Если позволите, я несколько строк прочитаю на прощание. Да. Что-нибудь. Вот. «Пожил человечек немного, и хватит довольно грешить. Давно уж пора перед Богом последний поклон положить. Давно уж пора доложиться, и скроет трава лебеда. А если придется зажиться, то это еще не беда». Спасибо, Господи. До свидания, дорогие мои. С вами был священник Анатолий Першин и Андрей Вадимович Грунтовский. Спасибо. Божьей всем помощи, ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях.